Этот город часто называют российским Баден-Баденом. Горячий ключ – один из старейших бальнеологических курортов на юге. Отдыхают здесь еще с 1864 года. Минеральными водами и грязями лечат десятки болезней. В местных санаториях патентуют целые комплексы оздоровительных методик. Пациент висит под своим грузом, под своим весом висит. Если надо, мы еще добавляем груз. Груз вот сюда лежит. Ну, идет тракция позвоночника. За счет его веса, за счет груза делается массаж. Здесь огромные природные возможности для лечения и отдыха, но зачастую нет ни сервиса, ни единой концепции, замечает губернатор. По сути, курорт сейчас поделен на части отдельными санаториями, даже без намека о единой инфраструктуре. И страдают от этого прежде всего туристы. Во всем горячем ключе одна питьевая галерея, и то принадлежит конкретному санаторию. Они по санаториям между собой, кто-то там в санатории не платят за воду. Вот да. Они привозную берут здесь, да, стоят там бутыли по 3-4 да. дня. А нам здесь не разрешают набрать бутылочку. Многие думают, что санаторий «Горячий ключ» получает эту воду бесплатно. На самом деле это миф. У нас заключен контракт с ГРЭС, это гидрорежимная эксплуатационная станция, которая добывает эту воду. И многие отдыхающие, не понимая о том, что все-таки мы за эту воду платим, говорят нам о том, что это недра земли, что мы должны бесплатно эту воду давать. На мои объяснения, что мы же ее... Здесь вопрос, конечно, больше к власти, в том числе и вот с главой надо районно поговорить. Мы что здесь развиваем? Отдельно взятый санаторий или город-курорт «Горячий ключ»? Надо понимать, может быть, делать общий бювет, может быть, который будет муниципальным. Мы говорим о развитии наших курортов, в том числе и «Горячий ключ», и Геленджик, и Анапа. Вот они должны развиваться. А для этого нужны бренды, муниципальные курортные бренды. Бювет, он будет украшением любого курортного города. Давайте их просто строить. Совещание по развитию курортов Вениамин Кондратьев в «Горячем ключе» проводит не случайно. Город во многом отражает состояние всей отрасли в регионе. Бархатный сезон уже закончился, а новогодние каникулы еще не начались. Такое межсезонье Кубань может привлекать туристов не только морской водой, но и минеральной, считает губернатор. Лечебные источники бьют в десятки районах, но знают о них, кажется, только жители края. Да и такие известные курорты, как тот же «Горячий ключ», уже теряют свою славу и превращаются в обычные города. Давайте определимся, что мы делаем. Мы сохраняем курорт или мы начинаем делать, строить микрорайоны спальные при том? То, что сегодня я увидел, это основная ваша улица, курортная улица Ленина. Она всегда была тихая, тенистая, красивая. Небо было всегда видно. А что сегодня эти два дома-то влепили? Еще перед самым входом практически на территории уже санатория поставили, еще какой-то там девятиэтажный. Ну что мы имеем-то? Кто от этого выигрывает, вы мне скажите? Кто-то? Собственный карман и какой-то инвестор, который порешал вопрос с властью. Вот и все. А курорт где? Бальнеоздравницы готовы к беспрерывному потоку отдыхающих, заверяют в свою очередь их директора. Но тут же задаются вопросом, чем занять туристов в свободное от лечебных процедур время. Здравница готова к приему любых гостей, но нам нужно обязательно работать с муниципалитетом на повышение сервиса в городе, на улучшение инфраструктуры, то, о чем вы говорили. Это кемпинги, это остановки, это вокзалы, это улицы, это шум. Это очень много составляющих, которые есть в каждом курортном городе. После закрытия популярных курортов Турции и Египта востребованными у россиян становятся санатории и пансионаты Краснодарского края. Но далеко не все они сегодня соответствуют международным стандартам, рассказывает губернатору его заместитель Сергей Усенко. Турист, когда он знакомится с курортом, с отелем, он смотрит в интернете информацию, и он часто ориентируется на звезды. Люди избалованы за границей, там эти звезды соответствуют реальности. У нас, к сожалению, на момент классификации все необходимые средства имеются, классификация прошла, постепенно наши отели съезжают вниз. Из тех средств размещения, которых 3500, у нас на сегодняшний день отклассифицированы под 1000. Но одних только звезд на гостиницах недостаточно, говорит Кондратьев. Курорты должны предлагать не просто комфортные номера, а полноценные туры. Современный турист сегодня капризен и избалован иностранным all-inclusive. Многие из тех, кто собирается к нам этой зимой или летом, более 10 лет отдыхали за границей. Они привыкли к оперативному уровню сервиса, и все знают про эту систему, что все включено. А у нас, не дай бог, конечно, может быть такая ситуация, что все выключено в зимний период. И шутка не шутка, но мне говорят, что даже рестораны работают до 11 зимой, а дальше там хоть потоп. То есть у нас есть стойкое убеждение, что есть курортный сезон – это только лето. Нам придется очень постараться, чтобы отдыхающим гражданам Российской Федерации у нас понравилось. Я уже не говорю «очень понравилось», им захотелось вернуться. Но это наша задача, чтобы им захотелось вернуться. Это политическая задача, если хотите, а для нас стратегическая.
Превратить Краснодарский край не просто в популярный летний, а круглогодичный курорт возможности сегодня есть. Для этого власти и бизнесу нужно работать сообща, считает Кондратьев. Сделать бюветы на набережной, провести инвентаризацию всех минеральных скважин – это первые шаги к развитию бальнеотуризма, который может стать основой круглогодичного отдыха на Кубани. Мария Крошина, Александр Иванченко, Денис Москаленко, Денис Перец, Кубань-24. Горячий ключ.